время в России существует 18 школ, при которых есть эндаумент. Сам инструмент появился сравнительно недавно, 2006 год. В школах он стал развиваться, можно сказать, с 16-го полноценно. Поэтому, судя по тому, как это растет и развивается, нет, несложно. Инструмент такой относительно непростой, но при правильном подходе это будет довольно просто. Но первично это все-таки не про деньги, а про человеческий ресурс, который входит в школу, да, и очень многие ребята, например, да, есть опыт, когда там 9-10 выпускников собирались, потому что нет там определенной суммы денег и нет возможности. А кто-то приходит, лекции читает, кто-то дает возможность прийти к ним там в организацию и посмотреть профессиональные навыки там в том или ином направлении. То есть это про то, что эндаумент — место, куда всегда выпускник может прийти с небольшим количеством средств, и не только в качестве мецената, но и там представителя благодарных выпускников как члена совета по использованию целевого капитала. То есть он может не вкладывать деньги, но он может принимать участие в решении, куда пойдут деньги. К сожалению, далеко не все школы имеют тесную связь со своими выпускниками, и это большая на самом деле проблема, потому что эндаумент формируется как раз за счет человеческого ресурса именно выпускников, поэтому эту проблему первично нужно решать, потому что когда директору говорим о том, что давайте попробуем создать эндаумент, он такой: ой, а у меня нет связи с выпускниками. И тут возникает вопрос поднятия старой информации, возможно, штудирования социальных сетей и поиска этих выпускников, да, и уже начинается плотная работа с ними, да, это созвон, приглашение их в гости, и тоже очень многие начинают с того, что придите, расскажите свою историю успеха. И с этого момента начинается как бы теплый прием этих выпускников. Чем чаще встречаются, общаются, есть запрос на эту историю, тем вероятнее всего, что сначала человек примет временной, да, отдаст свой временной ресурс, и только потом он отдаст свои материальные ценности. Поэтому первостепенно это взаимодействие такое на ментальном уровне, и уже вторая часть — это уже вложение в целевой капитал.